Баженов далеко бросает. Сергей Степляне. Тоже в угол, да, такой заброс. Шкарин в одно касание! 1-1! Антон Шкарин после передачи Сергея Степляне сравнивает счет в матче. Ну вот она, российская спартаковская четверка. Павел Баженов на Сергея Степляне. Тот набрасывает на ход Антону Шкарину и вносит он мяч, ну просто в девятку, да? Отправляет игровой снаряд Антон Шкарин. Великолепнейший, точнейший удар Антона.